Всем привет, и сегодня большой обзор на бизнес-молодость, а точнее разоблачение их техники продаж. И прежде чем я начну данный обзор, хочу сказать, что он будет долгим, поэтому запаситесь чаем или кофе или еще чем-нибудь, что вы любите употреблять перед просмотром видео. Ну и также он будет с профессиональной точки зрения, поэтому если вы человек, работающий в продажах или собираетесь связать свою жизнь с продажами, обязательно смотрите внимательно и просто под запись некоторые моменты делайте. Тут действительно будет интересно для вас. Но еще он с профессиональной точки зрения из-за того, что я свою жизнь давным-давно связал с продажами, и вся моя трудовая деятельность связана с продажами. Я был и менеджером по продажам, и в последние годы я занимаюсь руководством и проектов, и отделов, и целых филиалов, которые продают. Собирал отделы и подбирал руководителей, производил welcome-обучение, тренинги по продажам, и вводил свои проекты и отделы на хорошие показатели по продажам. Создавал, можно сказать, всех с нуля. Поэтому мне есть что сказать с профессиональной точки зрения по технике продаж, которую впаривают ребята из бизнес-молодости. Так что приступим. Чем отличается опытный продавец от неопытного? Неопытный продавец начинает тараторить, рассказывать, заполнять все паузы. На вид это похоже, что кошка кашляет шерстью, когда ему нужно ее выкашлять. Вот так примерно выглядят продажи, когда вы не умеете продавать. Опытный продавец начинает задавать вопросы, вместо того, чтобы тараторить. И вот этим вопросам мы посвятим сегодняшнее видео. Потому что умение задавать правильные вопросы – это ключевое умение, которое позволит вам держать разговор под контролем. Вообще, в принципе, пока все идет гладко и правильно, да, разговор должен строиться вопрос-ответ, вопрос-ответ. И если вы задаете вопросы, даете отвечать клиенту и потом перехватываете инициативу, продолжаете перехватывать, то да, как бы диалог ведете вы, и вы приведете его к нужному результату. Для того, чтобы иметь возможность приступить к задаванию вопросов, нам нужно перехватить инициативу и предложить клиенту сценарий разговора, по которому мы пойдем. Делается это следующим образом. Давайте с вами поступим следующим образом. Я задам вам несколько вопросов по туру, по датам, вылету, стоимости. Вы ответите, я подберу несколько наиболее, на мой взгляд, достойных вариантов. Вы уже рассмотрите, оцените. Если вам понравится, если поймете, что будет толк, будем разговаривать по деталям. Если нет, то нет. Окей? Вот такая вот. И вот сразу ошибка. Вот сразу ошибка. Данный человек нам начинает говорить, что неопытный менеджер, он тараторит и словно кошка кашляет. И как бы надо задавать вопросы. И задает вопрос длиной чуть ли не в 10 секунд. И это ошибка, потому что вопросы должны задаваться тезисно. Человек так устроен, будь он клиент, не клиент, кто угодно. Человек устроен так, что он не способен долго воспринимать информацию, не напрягаясь. А люди не любят напрягаться. И поэтому, задавая вопросы, вы должны задавать тезисно. При этом здесь идет акцент на том, что клиент сам пришел. Зачем ему такой длинный вопрос? Если он пришел выбирать тур, не нужно спрашивать у него, вы тур пришли выбирать или не тур пришли выбирать. Просто вы у него уточняете. Там, добрый день, вы куда хотите лететь? Туда-то. Вам там, где потеплее, там, точнее, там, где по суше, или там, где более влажный будет воздух. Там, где море, или там, где река, там, где горы, или там, где степи. Просто уточняющие вопросы. Все, короткие, коротыши, так сказать. Он отвечает, вы задаете следующий. У вас диалог, а то так получается монолог, и клиент будет засыпать, он будет уставать. Ну, поехали дальше, посмотрим. Это же бизнес-молодость. Фраза. Я ей пользуюсь каждый день, и она действительно замечательная. Давайте разберем ее по составу. Начинается эта фраза с повелительного императива. Давайте поступим следующим образом. Это и есть перехват инициативы, который вы можете включить буквально после любой реплики и в любой момент разговора. Затем я предупреждаю клиента, что я задам несколько вопросов, но я при этом также утверждаю, что вопросы будут по сути и что эти вопросы уместны в данном контексте, ведь именно эти вопросы позволят сэкономить время и оградить клиента от лишней информации. Ну, здесь нам замечательный наш тренер говорит буквально, что клиент дебил, и ему нужно все вот так вот разжевывать. При этом это не холодный клиент, это клиент, который пришел уже.
Ну, то есть, бессмысленная трата времени менеджера, бессмысленная трата времени клиента. Затем, после вопросов, я говорю, что я предложу несколько вариантов. Как вариант, вы можете сказать, вариантов или форматов сотрудничества, точек соприкосновения или несколько моделей. В общем, вы нечто предложите. Дальше мы даем клиенту право оценивать эти варианты, рассматривать. И если у клиента будет интерес, только тогда вы будете разговаривать дальше. Если нет, то нет. У клиента уже есть интерес. Он пришел к тебе в магазин, в салон, в данном случае в твое турагентство, чтобы выбрать себе тур. И если после твоего вот этого вопроса у него перестанет быть интерес, то насколько надо быть плохим менеджером, чтобы отпугнуть горячего клиента первым вопросом? И как бы ты сам подразумеваешь, что есть такая возможность, значит, у тебя на практике, скорее всего, такое происходило. И знаешь, из-за чего это происходит? Из-за длинного вопроса. Поэтому, господа, которые меня смотрят, не задавайте длинных вопросов, если вы работаете в продажах. Нет, не нужно, это отпугивает. Можете выдохнуть, расслабиться. Потому что разговор перешел под ваше управление. Теперь вы можете задавать вопросы, чем мы, собственно, с вами и займемся. Вопрос, который я, как правило, задаю следующим, звучит так. Вы нашли время со мной встретиться. Я так понимаю, что у вас есть принципиальный интерес к этой теме. Могу ли я узнать, с чем он связан? Сразу хочу сказать, что это бессмысленный вопрос. Опять же, мы сейчас говорим о клиенте, который пришел за определенным товаром или услугой. Вы, как менеджер, вы знаете уже, что он за этим пришел. Ваш товар, ваша услуга уже сама себя отчасти продала, и он сюда пришел. Зачем задавать вопрос относительно вот этого интереса? То есть, вам оказывается интересно? Нет, мне не интересно. Вы должны понимать, что клиенты очень легко выходят на негатив. Есть очень много мудаков, с которых как бы и можно получить денег. Но они прям вот вскипают и взрываются на раз. И вот такими вопросами какого-нибудь такого мудака вы просто отпугнете сразу, он выйдет на негатив, нужно будет обрабатывать еще больше возражений, чем можно было бы в дальнейшем. И, возможно, это потеря. Зачем? Не нужно задавать этих лишних вопросов. Это вода. Проще говоря, это вопрос, с чем связан интерес. Или почему вы решили обратиться? Или... Интерес связан с тем, что я хочу отдохнуть. Я обратился, потому что я хочу купить этот телефон, или эти туфли, или эту колбасу. Это логично. Не нужно задавать таких вопросов. Не нужно, это ошибка. Почему вы решили оставить заявку? Этот вопрос крайне полезен, потому что, отвечая на него, вы увидите действительно, насколько созревшая... Это то же самое, что «А почему вы оставили заявку на нашу вакансию?» Ну, может, потому что я хочу работать у вас. То есть, вот то же самое. Это глупость. После такого сразу «Нет, я больше не хочу у вас работать». «Нет, я не хочу работать с вашей компанией». «Нет». Потребность есть у клиента. Поэтому, если вы работаете с ситуацией, когда клиент оставил заявку, или клиент сам обратился к вам, то тогда, когда вы спрашиваете, почему вы решили обратиться, тем самым вы как бы раскрываете пространство разговора, и разговор уже переходит на нужный вам лад. На лад, что клиент будет думать, что вы идиот. Затем мы переходим к вопросам для квалификации. Это очень важная тема, потому что проблемой, которую мы решаем вопросами квалификации, является то, что вам, как правило, приходится работать с клиентами, которые даже и не имеют возможности и желания что-либо купить. В итоге вы тратите время на таких клиентов, сливаете свое их время и в итоге не зарабатываете деньги. А что если... Вот сейчас внимательно, я смотрю этот ролик второй раз, и мне нужно было один раз хотя бы его просмотреть, чтобы понимать вообще, есть смысл на него обращать внимание или нет. Есть смысл. Сейчас вот внимательно послушайте данного человека, что он говорит о том, как разграничивать клиентов, что, мол, вот этот хочет покупать, а этот не хочет покупать. Важный момент. Важный момент, как он пудрит мозги. Я скажу, что вы можете разделить поток клиентов на тех горячих, реально потенциальных клиентов, которые готовы уже сейчас платить вам деньги, и тех клиентов, которые не то что не хотят, но даже и не смогут вам ничего заплатить. Для того, чтобы отделять наиболее интересных для нас клиентов, мы используем методику квалификации.
Она выполняется следующим образом. Вам нужно задать те вопросы, которые явно будут свидетельствовать о том, что это ваш клиент, мало того, у него есть деньги и есть потребность. Например... Во-первых, сразу мы используем вопросы квалификации. Есть признанные вопросы, это уточняющие вопросы, закрытые, открытые и альтернативные. Нет никаких вопросов квалификации, это просто красивая обертка. Фантики с изнанки ничего не значат. Вот, это просто фантик. То, что вам продает этот человек сейчас, это у нас есть квалификационные вопросы. Нет, есть уточняющие вопросы. Все, закрытого типа, открытого типа, альтернативного типа. Все. В нише международных перевозок этот вопрос звучит следующим образом. Если у вас уже опыт перевозок, возите ли вы уже что-либо? Если клиент уже возит, причем возит от одного контейнера и выше, значит, это точно очень интересный для вас клиент. У него уже есть опыт, у него уже есть цены, у него уже есть конкретика. Небольшая ремарка. Есть много клиентов, которые только что открывают бизнес, выходят на рынок, и до определенного момента они ничего не возили, могут прийти к вам. Вы у них спросите такой вопрос, они скажут, нет, мы ничего не возим. И если вы руководствуетесь вот этим человеком, руководствуетесь его методикой, то вы по его логике должны с нежеланием обслуживать данного клиента, а если вы с нежеланием его обслуживаете, клиент это чувствует, потому что клиент это человек, и он чувствует свое отношение к нему, и он просто не захочет с вами сотрудничать и пойдет в другую фирму, где к нему отнесутся, как к человеку, у которого есть 100 рублей или 10 миллионов рублей. То бишь одинаково, как и нужно относиться к клиентам на первоначальном общении с ними, на этапе знакомства. Ну ладно, поехали дальше, посмотрим. Поэтому вы можете переключить его на себя и при этом много заработать. Времени, скорее всего, пройдет мало, потому что он уже готовый, он уже опытный. Если же он еще ничего не возит, это совершенно другая ситуация. Вам придется с ним работать с нуля, вам придется готовить его к сделке. Также мы задаем вопрос, сколько контейнеров? Опять же, не обязательно, что клиента нужно готовить. Возможно, это человек, который открыл бизнес, и он до этого несколько лет уделил анализу логистики, анализу маркетинга, анализу продаж в своей сфере, и он знает, то есть, чем он идет. Если вы таким стереотипом живете, вы не сможете продавать, потому что вы додумываете за клиента. Нельзя додумывать за клиента. Он собирается возить, или сколько он уже возит. Если больше одного контейнера, это очень хорошо. Если меньше одного контейнера, то это сборный груз, и, соответственно, это менее приоритетный для нас клиент. Обратите внимание... Важно! Менее приоритетный клиент. Менее приоритетных клиентов быть не может. Если у вас, грубо говоря, на кассе стоит два человека, и один покупает на 100 рублей, а другой на 10 тысяч рублей, это не значит, что клиент, который покупает на 10 тысяч рублей, приоритетней. Потому что клиент, покупающий на 10 тысяч рублей, в следующем месяце также придет и купит на 10 тысяч. А вот тот на 100 рублей, если вы его плохо обслужите, он вообще не придет. А если вы его хорошо обслужите, вы, не зная его потенциал, можете упустить выгоду. Потому что если вы хорошо его обслужите, он в следующий месяц придет и купит на 100 тысяч рублей и принесет большую прибыль. Поэтому нет приоритетов. Приоритеты только есть в тех случаях, когда, грубо говоря, у вас есть очередь по лидогенерации или живая очередь, или какая-то конфликтная ситуация, которую нужно решать, и тогда вот включается человеческий фактор. Но если мы отбрасываем это, если мы руководствуемся сухими цифрами, клиент – это просто деньги. Неважно, сколько их, это деньги, которые вы должны получить. И вот этой вот приоритетности, ну, на этого я уделю 5 минут, а на этого 2, ее быть не должно. Она включается только после уточняющих вопросов. Именно после уточняющих вопросов, когда вы понимаете, клиент все-таки будет с вами сотрудничать или нет. И у клиента, у которого есть 100 тысяч, у которого есть миллион рублей, вот 100 тысяч может сотрудничать, а может быть миллион и не захочет. Это все выясняется именно вопросами. Что именно вам нужно, как вы хотите, на какую сумму рассчитываете и так далее и тому подобное в процессе диалога. И если клиент 3 раза отвечает «нет», и «нет» – это абстрактное, «нет» – это может быть «ну я подумаю, мне надо обсудить», «ну нет, дорого», «ну сейчас не готов». Вот если он 3 раза подряд отвечает и не выходит на нормальный диалог, то да, здесь можно как раз приоритет понизить. Но не отталкиваться чисто от денег и от того, что вот этот хочет один контейнер, а вот этот 10.
Нет, это глупостью. Вы таким образом создаете себе стереотип, живете в нем и теряете выгоду. Теряете потенциальных клиентов, потому что обслуживаете их хуже. Не верьте этому человеку. Что эти вопросы были достаточно специфическими и подходили они конкретно для логистической области. В цветочной индустрии целью квалифицирующих вопросов было выяснить, человек звонит как частное лицо или от организации, потому что если это ресторан, если это кафе или офис, то у нас есть потенциал большего количества заказов, и это надо нам непременно выяснить. Если свести к общему виду эти квалифицирующие вопросы, то нам нужно выяснить, какой у клиента бюджет, насколько срочная у него потребность и насколько высокий у него уже опыт. Ну, относительно, насколько высокий у него опыт, это, опять же, лишний вопрос. Какой бюджет, какая срочность потребностей, это относится вообще ко всему. Опять же, это вопросы, которые вы просто должны задавать в процессе диалога. Нет смысла акцентировать на них такое внимание в отдельном квалифицированном каком-то пункте. В данной услуге или в данном товаре. Как быстро он примет решение работать с вами и как много денег он вам заплатит. Вам необходимо будет потрудиться и придумать для себя несколько квалифицирующих вопросов. Вы можете прямо сейчас взять листочек бумаги и выписать несколько квалифицирующих вопросов. А вот бесплатный совет от меня. Вы должны любые вопросы для себя придумать и сделать из них для начала по 5 вариантов. 5 вариантов одного и того же вопроса. И, предположим, в вашей деятельности у вас должно быть там, я не знаю, 5 вопросов. Значит, в конечном итоге 25 вариантов. И всех их пробовать на клиентах. В конечном итоге сделать выборку, селекцию, на котором будет именно идеальный ваш вариант, который от вас звучит лучше всего. Который вы произносите лучше всего. Который гармоничнее всего с вами завязан. А не так, что вот я выписываю их. Нет. Все на опыте, все должно прогоняться. Всего должно быть сначала много и делать выборки. Если вам предоставляют скрипты, сделайте еще 2-3 своих. А вот не так, вот кого-то послушали, да, вот его совет. Нет, так это не работает. Меня зовут Стас Рамазанов, я совладелец компании Patrick Man. У нас 25 магазинов мужской одежды, в одном из них мы сейчас находимся. Основной инсайт у нас случился в том, что мы внедрили правильные вопросы и начали задавать их клиенту. Мы сократили время консультации, время продаж. Человек у нас приходит не всегда покупать костюм, он у нас приходит покупать образ. И как только ты выясняешь, что человеку нужен конкретный образ, то, соответственно, у нас происходит увеличение чека со стандартных там 16 до 30 тысяч. Буквально одним вопросом. То есть, ну, вам нужен образ или же просто готовый костюм? Ну, как бы это все логично, да? Только почему они додумались до этого после основания бизнеса, а не сразу? Это вопрос. Зачем нам показывать вот таких представителей? Следующие вопросы. Это, собственно, технические вопросы. Вопросы о размерах, о цветах, о комплектациях. В каждой нише эти вопросы разные. Но вам необходимо точно для себя составить список обязательных вопросов. Если вы не знаете, что спрашивать, то прозвоните ваших конкурентов под видом клиента, ведите себя уважительно, не тратьте много времени и зафиксируйте, какие вопросы вам задают чаще всего. Здесь вот логика правильная, что нужно прозванивать конкурентов. В принципе, да. Где бы вы ни работали, если это сфера продаж, вы должны знать своих конкурентов. Если вы продаете кроссовки или фрукты, вы ходите по фруктовым магазинам или магазинам спортивной одежды, чтобы смотреть, как вас обслуживают, как вам предлагают, и записывать, если что-то вас заинтересовало. Если это сфера дистанционных продаж, когда все делается по телефону, например, вы продаете кредиты или кредитные карты, вы звоните в другие банки. Если вы продаете инвестиционные продукты, вы звоните в брокерские дома или в компании-коммутаторы. Если вы продаете какие-нибудь бизнес-системы, звоните тоже по конкурентам. Самое важное, если вы HR, то вы тоже продаете свою компанию и договариваетесь со своим руководством, что вы будете ходить на собеседования в другие компании, чтобы слушать и смотреть, как проводят собеседования там, чтобы записывать себе какие-нибудь свои собственные наблюдения, которые в дальнейшем помогут, потому что там что-то зацепило, записали. Это нужно для того, что большинство компаний работают по скриптам, которые 25 лет тому назад были придуманы, их взяли, немного адаптировали, и вот сейчас все они под одну гребенку чешут. Нужно всегда производить модификацию, нужно сравнение, нужен анализ. В этом данный персонаж, да, он прав, да, нужно знать конкурентов,
нужно знать вопросы. Но при этом вопросы, они всегда отходят от продукта и услуги, которые вы продаете. Вам нужно изначально знать продукт и услугу, о чем данный персонаж не говорит. Вам надо знать вопросы. Услугу и продукты вы должны изучить так, чтобы и задавать вопросы по ним, и отвечать на любой вопрос по ним. Потому что не забывайте, клиент легко может перевернуть диалог в русло вопросы от него, и тогда вам нужно будет выступать гарантом своей компании и отвечать, не потеряв лица. Красивая речь не всегда спасает, если вы не знаете технических характеристик какого-нибудь продукта или услуги, которую вы продаете. Скорее всего, эти вопросы задаются не просто так. Эти вопросы и позволяют потом сделать вам правильное предложение. Сейчас вы видите список примеров технических вопросов, которые вы могли бы задавать. Следующий вид вопроса – это вопрос о важном. Это реально крутой вопрос. Вместо того, чтобы гадать за клиента, что для него важно и как он будет выбирать, спросите об этом прямо в лоб. Скажите, а что для вас важно? Что для вас важно при выборе? Как вы будете выбирать? На что вы будете смотреть в первую очередь? Клиент вам так и скажет. Например, мне важно, чтобы был юрлицо, которому 3 года и больше. Или он скажет, нам важно пройти по цене. Отчасти правильно, отчасти нет. Данные... специалист и говорит нам, что нужно задавать вопрос о важном, то есть уточнять, что важно для клиента. Но это открытый вопрос, здесь лучше действовать альтернативным вопросом. То есть вам важна цена или комфорт, вам важна скорость или безопасность. То есть не давать клиенту уходить в свои мысли, задумываться. Нет, не в данном случае. Вы зная продукт, вы зная характеристики продукта, вы у клиента уточняете, как бы, вам важно вот это вот или вот это вот. И при этом говорите, вам же вот это вот важно, как я понял из нашего разговора, что вам важно вот это. Ну да, а еще вот это и вот это вот? Он такой, ну вот это больше. То есть, именно уточнять с предложением определенной позиции, что вот это вот, или вот это, или вот это. Направлять клиента. Если вы дадите ему плыть по океану его разума и то, что ему важно, ну, мне важно, чтобы это было бесплатно. Вот и отвечай теперь на это, обрабатывай это возражение. Или, например, он может сказать, мне вот важно, чтобы в шубе не было вот этих бирюлек блестящих. А вы понятия не имели, что для него это важно. Но если вы спросили, что для человека важно, то вы услышали, что для него на самом деле важно. И уже основываясь на этом, вы можете делать ему предложение. Если человек не сказал о чем-то негативном, вы можете этот вопрос еще больше усилить. Вы можете спросить, скажите, а что наоборот нежелательно? Чего нам надо избегать? Данный вопрос стоит задавать, если вы уже дошли до торгов, когда вы уже обсуждаете завершение сделки, и клиент не соглашается сразу. То здесь, да, нужно уточнять, что вас смутило-то. Может, вот это смутило или что? Объясните мне. А не просто так, что вы вроде бы договорились, и... А что бы вам не хотелось? Не хотелось бы, чтобы ты меня обслуживал. И такое тоже может произойти. Такой ответ вы можете получить. И... как вы потом будете строить диалог? Нежно улыбаться, что вы такой у меня шутник. Не надо. Вы сами себя можете подставить таким вопросом в неправильный момент, задав его. Вы можете услышать разные ответы. Если вы парикмахер, то вы можете услышать про какие-нибудь косые виски или челку, или еще какие-нибудь антипредпочтения, о которых вы даже не могли подозревать. Но теперь... вы знаете ту мину, на которую вам ни в коем случае нельзя наступить. Также для клиента вы настоящий эксперт, который хочет оградить клиента от проблем. Меня зовут Надежда Пак, я совладелец сети кафе второго питания «Рецептор». Был период, когда был полный бардак и хаос, и в какой-то момент мы поняли, что это неправильно, что понятное дело, что мы должны фокусироваться на сервисе, на гостях. Вопросы очень важны от того, как ты поставишь вопрос, ну, условно говоря, если спросишь. Есть такой очень простой вопрос, вам повторить? До этого было так, что если гость сам не попросит, то как ты человек и... Ну, то есть замечательный опять гость передачи «Бизнес-молодости», связанный с ресторанным бизнесом, и открывая, не понимал, да, что обслуживать клиентов необходимо всегда с вопросами.
с уточняющими, да? То есть культурно торговать почетный труд — это не для них. Они сначала открывают, потом: ой, а что ж у нас не получается? А, вопрос надо задать. Это я не к технике продаж, это просто я не понимаю, зачем таких людей вставлять в передачу. Типа, они не знали и теперь научились. Ну, плохой пример бизнесмена. Вот и все. Не думай, да? Для удобства мы все это оформили в инструкцию. И прям с картинками из блюд из меню нашего мы писали там, допустим, горячее. К нему предлагаем хлеб собственной выпечки или гарнир. И каким образом формулируется вопрос в этом случае? Желаете ли наш хлеб собственной выпечки или вот такой гарнир к этому блюду? Неправильный вопрос, желаете ли. Нет, не желаю. Я желаю, чтобы меня обслуживал другой официант. Я сейчас вдаюсь в крайности, но такое тоже может быть. Если вы делаете кросс-продажу, это кросс-продажа, потому что клиент уже пришел за определенным продуктом, он там хотел супа или гренок и пива, и вы ему: а желаете ли? Ничего я не желаю, отстань, я вот за этим пришел. Вы ему должны предлагать. Вы ему должны предлагать, мол, вот вы заказали это, с этим подходит вот это. Вот это подходит. Вы ему должны именно зернышко идеи таким образом сажать. Что с этим подойдет еще это. Можете попробовать. Не желаете ли? Можете. Предлагаю. Посмотреть. Подходит. Именно на выбор. Пусть он думает, что да, действительно, с этим подходит. Наверное, это. Аккуратней. Будьте аккуратней. Желаете? Нет, не желаю. Опасная формулировка. Очень хорошо будет дополнять его. После того, как мы сконцентрировались на том, что вообще-то вот если человек берет напиток, то можно ему предлагать десерт. Ну, это логично. Когда мы это поняли, мы увеличились точно на 50% продажи десертов. Скрипты позволяют тебе не зависеть от какого-то конкретного человека. Потому что часто бывает такое: о, он классный продажник, он очень круто продает. Надо просто взять этого продажника и описать его скрипт. И потом так будут продавать круто все. Я предлагаю на этом закончить, потому что видео и так уже долгое. Я думаю, вы устали. Смысл один. Я решил просто набрать продажи на YouTube, и первое видео, которое выползло, это вот именно это: секреты успешных переговорщиков, 8 вопросов для увеличения продаж, бизнес-молодость. И вот, послушав это и понимая, какой большой объем имеет бизнес-молодость, сколько людей доверяют им, сколько к ним идут, я понимаю, сколько людей владеют неправильной информацией, потому что все, что вот я сейчас посмотрел, все, что вы услышали, это просто вода, это просто популизм, такое литературное вещание. Просто человек более-менее приятной внешности, с поставленным голосом, рассказывает вам, как нужно продавать, не понимая в этом вообще ничего. Но у него это получается на большую аудиторию делать и заманивать к себе людей, потому что профессионалов, к сожалению, по продажам у нас в стране мало, как мой личный опыт показывает. И поэтому таким вот ребятам из бизнес-молодости легко обдурить население, потому что население не подковано. Если вы с чем-то не согласны, то, что я сказал, вы считаете, что тот человек, которого я обозревал, он просто бог продаж, ну... пишите в комментариях, аргументируйте то, что я не прав, критикуйте меня, я вам отвечу. Если вам близка моя позиция и вы хотите больше узнать о продажах, то тоже пишите об этом в комментарии. Если кто-то из вас работает в продажах и хочет увеличить свою конверсию, улучшить воронку продаж, тоже пишите об этом. Возможно, если у вас будет слишком много, то я даже запишу отдельный ролик на данную тему, именно с конкретными фразами, с конкретным подходом, а не вот с этим тем, что вы должны задавать длинные вопросы, которые усыпят клиента. Нет, да, вопрос надо задавать, но не длинный, тезисно. У вас должен быть диалог, который ведете вы. На этом все. Подытожить хотелось бы тем, что не верьте бизнес-молодости, не верьте всяким инфо-цыганам. И, в принципе, достаточно критично относитесь ко всем деятелям на YouTube, которые внезапно решили научить всех продавать. Но, блин, зачем ты учишь всех продавать, если ты сам умеешь? У тебя, наверное, не должно хватать времени, чтобы учить всех продавать. Продавай сам, будь успешным продажником, собирай свои отделы, открой компании. Почему ты учишь других продавать? Таких людей, которые просто так хотят это делать, их мало. Ну, я бы поучил, мне просто это в кайф. Но, естественно, за деньги. Я напрямую это говорю, а не вот то, что я раскрою вам секреты. Нет, секреты есть. Опыт.
Самое главное, вы должны понимать, будучи продажником или собираясь идти в продаже, что вы должны себя сломать. Либо вы себя должны сломать, либо вас должны сломать, чтобы вы могли задавать удобные или неудобные вопросы всем слоям населения. Потому что одно дело просто предложить обувь, которая такого же размера и фасона, другое дело предложить недавно овдовевшей женщине взять кредит на похороны ее мужа, потому что до этого кредит был предодобрен как раз на супруга. Подумайте об этом. Ну а на этом все. С вами был Данила Рыжкин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду ваши комментарии, жду обсуждений. Всем пока.